что хочу сказать. Конечно, недоволен, особенно недоволен, как играли первый тайм. Вот, потому что нельзя пропускать гол на первой минуте. Это... Понятно, что у нас была на разминке вынужденная замена. Плохо себя почувствовал Динго, поэтому мы решили. Был как бы момент поставить или Чижа, или поставить Карла. Ну, то есть, но решили дать Саше шанс. Вот. Конечно, неудачно он эту игру провел. И неправильно играли. Играли очень академично, играли спиной к чужим воротам. Поэтому первый тайм, я считаю, безобразным в нашем исполнении был. И пропустили 3 мяча. Это не так часто я видел такие, что нет, ни концентрации не было. Вот. Второй тайм после удаления ребята собрались, разозлились, и я считаю, что, как сказать, имели ряд моментов, чтобы сравнять, выровнять игру. Вот. Не хватило, не хватает сыгранности, не хватает много каких моментов, но то, что команда функционально готова, то, что команда, как бы, у нее есть большой потенциал, это я вижу. И понятно, что с нами все играют сейчас вторым номером, нам надо научиться взламывать эти эшелонированные обороны. Ну и, конечно, неплохо было бы иметь. Нет агрессии в атаке, нет агрессии при прострелах с фланга. Не так просто пройти по центру, когда команда обороняется 5 защитниками. Поэтому нужно вскрывать фланги и доставлять мяч в штрафную, а там уже агрессия важна. Поэтому, а нам ее не хватает. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Юрий Сницкий, спортивная панорама. Сергей Витальевич, на ваш взгляд, что помогло отыграться со счета 0-3, забить 2 мяча? Мы не отыгрались. Но я считаю, что просто стали правильно играть. Мы стали быстро двигать мяч. Мы стали мяч доставлять во фланги. Вот. То есть стали играть быстрее, чем мы играли до этого. Ну, я думаю, что, конечно, и соперник, наверное, подсел уже, уверовал в победу. Это тоже, я думаю, сказалось. Вот. Но то, что команда, я вижу, что хорошо готова и до конца игры не сбавляла скорость, это тоже надо признать. Еще вопрос, пожалуйста. Кирилл Кимнес, Трибунаком. Перерывы перестроили игру команды с 3 на 4 защитника. Как вы планировали этим перестроением изменить игру своей команды? Ну, если бы вы заметили, мы выпустили Кима. Я считаю, он тоже не очень удачно вошел. Но на сегодняшний день мы исходим из того, что имеем. Вот я от него требовал больше, чтобы он шел в обыгрыш, создавал один в один. И больше, чтобы доставлял мяч в штрафную. То есть, считаю, он часто лез в середину. И там большое скопление игроков, поэтому терял мяч. И считаю, что неправильно он немножко играл. То есть, я хотел оставить левую бровку, если вы видели, у нас там подключался из глубины, защитник ходил, вот, а на правом поставили как правого нападающего Кима, убрав Чижа, то есть добавили одного человека в атаку больше на именно на, ну, я считаю, что это тоже не очень сработало, потому что от Кима мало было этих прострелов, мало было обострений, я хотел, чтобы он входил в штрафную, то есть за счет дриблинга напрягал больше защитников. Но его потенциал выше, чем он показал сегодня. Еще вопрос. Планируете ли вы еще как-либо усилить состав команды? Ну, конечно, хотелось бы. Потому что вы видите, у нас на атаку, если так взять, у нас на атаку Ким. И, ну, ждем, конечно, поправления Вергейчика. Потому что как раз его умение играть головой, умение играть штрафной нам тоже не хватает. Вот. И у нас Ложкин нападающий, у нас нападающий есть атакующий игрок Демченко, это 2002 год, и Ким. Конечно, хотелось бы, может быть, но спешить не будем, потому что если усилиться, то надо качественно усилиться, а не количественно.